Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 31 мая в Анапе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов, ночью прохладнее 17 выше 0. Ветер северный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов.